Всем привет! На календаре почти выходные, а значит, самое время продумать культурную программу. Что подготовили в Самаре, расскажу прямо сейчас. Сегодня по всей стране поздравления принимают работники культуры. Профессиональный праздник утвердили в 2007 году. Культура России складывалась на протяжении веков, соединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов. Это общенациональное достояние. Благодаря работникам культуры миллионы людей получают возможность слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим искусством, любоваться уникальными произведениями живописи и скульптуры. Телеканал «Самара ГИС» присоединяется к поздравлениям деятелей культуры и искусств. 27 марта – Международный день театра. Камерная сцена приготовила зрителям подарок – премьеру «Алабин. Паралич сердца». Впервые самарцы увидят спектакль по пьесе самарского драматурга Александра Игнашова о выдающемся самарском общественном деятеле, городском главе Петре Алабине. Зрителей ждет не скучный краеведческий рассказ, а вполне детективная история о необыкновенном человеке, каким мы его не знали. На премьеру приглашают 26 и 27 марта в 18:00. Спектакль «Алабин. Паралич сердца» покажут также 2 апреля в 18:00 и 16 апреля также в 6 часов вечера. Гостей ждут в театре драмы «Камерная сцена» на Некрасовской, 27. Отмечу, театр драмы «Камерная сцена» – участник программы «Пушкинская карта». В музее Алабина открылась совместная с Российским географическим сообществом выставка графики, живописи и фотографии «На краю земли». Вас ждут картины и фотографии, которые раскрывают красоту севера и Камчатки. В центре сюжетов – природа, города, деревни, люди и снова природа. Выставка продолжит свою работу до 22 мая. В воскресенье вечером идем смотреть спектакль «Лауреат» всероссийских и международных театральных фестивалей «Играем Битструпа». Идеально подходит для просмотра в компании друзей или всей семьи. Это спектакль «Клоунада» по рисункам датского карикатуриста. Вызывает неизменный восторг у зрителей любого возраста. Жизненные казусы, истории, случаи понятны и узнаваемы всеми. Это смешно, это мило, это необычно. Весна – это прекрасное время года для того, чтобы мечтать, говорить о любви и о котиках. Поэтому самарцев приглашают на квартирник в исторический парк. Собраться дружной компанией, выпить по чашечке чая и послушать живую музыку, а также стихотворения в исполнении самарских поэтов. Творческий вечер «Мартовские коты» состоится уже в эту субботу. А на этом все. Всего вам доброго. Пока-пока.